Всем привет! Сегодня будем готовить малосольную скумбрию по-домашнему. Для этого блюда надо лимон, лавровый лист, соль, чеснок, масло и молотый перец. Рыбу почистили. Thank you.
Остался последний этап. Положить блюдо в холодильник на 3-5 часов. И будет готово. Рыба простояла в холодильнике 5 часов. Хорошо промариновалась. Теперь добавляем масло. И блюдо готово. Немножко масла. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!